25 часов нон-стопа, это было просто потрясающе. Настолько exciting те люди, которые действительно хотят впитывать знания. Здесь действительно ты взаимодействуешь с командами, команда как одно целое и заинтересована как бы победить, и все стараются задавать какие-то вопросы. Наш хакатон подходит к своему завершению. Но все-таки какие впечатления у наших участников? Пойдемте узнаем. Очень много заданий было, но поэтому держит в таком драйве постоянно. Дали какой-то толчок, основу, с чего можно начинать и двигаться дальше. Хакатон помог нам улучшить наши навыки тестирования. Интересная специфика работы коллег, не такая, как у нас, это новый опыт. Клево, узнал много нового, понравилось автоматизировать. Спать почему-то сильно хотелось утром. Уже время ушло, а мы еще все работаем. Все довольные, все счастливые. Команда лидер под номером 3.